Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Ragging Bulls. Будем опять участвовать на Родео и укрощать этих строптивых бизонов. Так что, ребятушки, давайте потихоньку будем приступать. Мы с вами остановились на быке, которого звать время полетать. Ладно, приступим, пожалуй. Я его в прошлый раз не смог, как говорится, укротить. Давайте попробуем сейчас. Так. Обманный прыжок, ребятушки, это был. Воу-воу-воу-воу-воу, я не успел, ребята. Блин, да и стамина что-то у меня слабенько как-то копится. Хорошо, это была разминочка. У нас, еще раз напомню, 20 энергии, точнее уже 19, потому что одну мы потратили. Так, держимся. Так, ветерок, это я уже понял. Все, здесь мы держимся. Так, копим стамину, ребята. Хрен тебе. Оу, но зато мы удержались. О, черт подери. Не ожидал, что он сразу сделает прыжок. От хренов бизон, ребята. Ладно, давайте. У нас еще энергии достаточно, чтобы его победить. Рано или поздно мы все-таки его расколем, распустим тактику и накажем. Да ладно тебе. Блин. Ну, это было глупо, ребята. Вот сейчас в данный момент так профукать. Такой был шанс. Да. Слушай, хорош, а? Хорош меня тут с панталки сбивать. Вот это я понял. Так, отлично. Удержались. Сейчас будет наверняка... Нет, отступление будет. Да, так оно и есть. Блин, да почему стамина так медленно копится, а? Так, отступление, да? Yes, ребята. Воу-воу-воу-воу, у меня не хватает, ребята. Черт подери, ну... Жесть. Вы сами прекрасно видите, что стамина просто-напросто закончилась. Фига он тут распрыгался. Ладно, повторение, мать учения. Давайте еще пытаться. Еще и еще до тех пор, пока он нам не сдастся на волю. Стоим, ребята. Да ладно, не может быть такого. Я нажал на кнопку, какого фига вы меня сбросили? Ну, это уже, ребята, подыграли ему, скажем так. Ладно, продолжаем. Ты меня уже утомил, на самом деле. Так, сейчас будет отступать. Здесь-то я его уже как облупленного знаю. Опять мало стамины. Щет. Набиваем. Да, пока набивал, он меня сбросил, паразит. Ребят, вы представляете, да? У меня уже 14 энергии осталось. Это я, грубо говоря, 7 попыток просто-напросто в трубу выкинул. Так, отступаем. Потом он делает прыжок, да? Ага. А, он делает летающий прыжок. Хорошо, что у меня накопилась стаминка к этому времени. Держусь, ребята. Да ты заколебал летать-то тут. Так, отступать будет. Хрен тебе. Опа, дудочки. Ух, ё-моё, ребята. Фу, первая наша победа. Это только раунд один, а еще 2 раунда впереди. Ну, вроде бы как я вкурил, что надо делать. Так что, сейчас отступление. Да, именно оно. Сейчас, наверное, полетаем. Да, именно летать будем. Опачки, не понял я. Ребята, на самом деле я держал кнопку, я не понимаю, почему меня сбросили. Стамины вроде бы было много. Что за хрень? Ладно, давайте еще разок. Летаем. Так, ну здесь мы удержались. Все у нас пока хорошо, отступление. Прыжок, наверное, еще сейчас будет один, нет? Да. Я как в воду смотрю. И опять летаем. Оу, стамина, ребята, стамина! Ух ты, как-то удержался. Странно все это. Так, прыжок. И, оу, второй раунд, наконец-то пройден. Ребят, еще один раунд нам продержаться. И мы укротим этого быка. Все-таки он сдастся нам. Так, отступление. Черт, слишком много стамины потратил, ребята. Ну, должен простоять. Оу, полет. Фак. Но ничего, баланс есть. Так, тихонько, ребята, держимся. Отступление. Еще одно отступление. Полетаем. Нет, все, я его, думаю, здесь вздрючил. Причем по полной программе. Есть, ребята, пройден этот буйвол, пройден. Ну что же, 110 бакинских нам бросают на стол. И у нас открывается новый буйвол, которого звать Красный Дракон. Какой же он страшненький, а? Так, ребятушки, переходим с вами плавно в магазин. И давайте что-нибудь все-таки здесь мы приобретем. Так, с перчатками, походу, облом, да? Здесь $20 они стоят, а у нас всего 205. Не хватает, естественно.
Угу, куртяшка. Куртяшка 175 бакинских. Ну, я даже не знаю. Нифига тут. Шляпа. Шляпа тоже не то. Не хватает. Слушайте, у меня только лишь вариант такой: купить себе ботинки. С перчатками у нас тоже облом. 220 долларов. Да, получается, что мы можем с вами купить только вот эти вот ботинки за 80 баксов. У нас прибавляется к ним спор. Ну, шпуры, по ходу дела, да? Будем лучше пришпуривать его. Хорошо. Но также нам показывают, что мы можем купить перчатки себе, да? Смотрите-ка, за 50 бакинских. И у нас улучшатся рефлексы. Хорошо, давайте возьмем и заодно проверим, что это нам дает. Ну и судя по моему пустому кошельку, мы можем смело переходить с вами к новому буйволу, которого звать Красный Дракон. 140 долларов призовой фонд. Ладно, давайте посмотрим, что он у нас делает. Так, прыгает, прыгает. Опа, ладно, это я понял. Ого, ничего себе, ребята. Нежданчик просто какой-то. У меня стамина-то все на исходе. Щет. Оу, если он такие финты будет, ребятушки, делать, надолго меня здесь не хватит. Ладно, будем тратить энергию, а что делать-то? Должен же я его, в конце концов, оседлать. Так, давай, давай, ага, вот. В принципе, он делает только что. Прыжок, потом такой растянутый прыжок. Ага, и вот эту вот круговую хренотень. В принципе, и все. Остается только полностью нам рассчитать под это всю стамину. Отлично. Воу, я думал, сейчас он будет прыгать, но он почему-то стал крутиться и скинул, соответственно, меня с седла. Ладушки. Так, ребята, к каждому буйволу нужно вначале привыкнуть, понять его. Так, отличненько, здесь мы удержались. Если он будет два раза делать круговую, то в любом случае не хватит стамины. Поэтому нужно как можно быстрее ее накапливать. Так, отличненько, устояли мы. Да хорош, ну все, сдавайся уже, ё-моё. Нет, не хочет, гад. Опа, отлично, ребятушки, первый раунд за нами. Но это только первый, еще два впереди у нас. Погнали. Так, ну что ты подумаешь, отлично, прыжок. Сейчас, а, вот он, затяжной прыжок растянутый. И круговуха у него. В принципе, и все. Дальше он будет, наверное, ага, прыжок сделал. Держимся, ребятушки, держимся. Сейчас будет затяжной, да? Так оно и есть. И круговуха. Ёлки-палки, а почему? Я же вроде успел нажать. Не, ну так нечестно, блин. Я как раз вот сказал, что я буду круговой, нажал на удержание, и он меня сбрасывает. Ну тут прям что, прям по долям секундам все. Так, держу, видите? А почему? Эй, ребята, я не понял, я держал. Вы прекрасно видели, что я на полкруга практически, он свалился у меня. Блин, может быть, у меня что с клавиатурой, кнопкой, может, западает? Да, вроде таких проблем никогда не было. Ладно, ребят, давайте продолжать. Как говорится, шутки в сторону. Так, отлично. Держимся, пока держимся. Нет, сынуля, на этот раз я тебя не упущу. Ага, дудки. Думает, он меня сбросит так просто. Все, сдался он, ребятушки. 80 очков получили мы. И третий завершающий раунд на этом красном драконе у нас. Так. Я его понял теперь полностью. И никуда он от меня уже не денется, поверьте мне. Не тут-то было, Дракулита. Что бы ты, родной, ни делал, все, я тебя не отпущу. Да-да-да, конечно. Этот финт уже не поможет тебе. Так, ребят, по-моему, пора уже ему сдаться. Так, давай. Отлично. Удержались. Да, ребята. Третий раунд за нами, и мы покоряем этого буйвола. И 140 долларов к нам идет на стол. И у нас открывается новый буйвол, которого звать Поцелуй Психа. Ладно, хорошо. 175 долларов грант у нас. Будем его покорять. Давайте вначале разберемся, что он делает. Так, что это такое? Оу! Вот это нежданчик, ребята. Что такое было, я не понял. Он встал на дыбы якобы, да? И сбросил меня. Это было, конечно, не круто, не круто. Так, ладно. Опа, удержались. Ладушки, дальше вот так. Оу! Слишком-слишком рьяно он начал. Два раза легнулся, чтобы скинуть меня.
И этого я не ожидал. Продолжаем, ребята. Ну что ты тут задумал, а? Ох ты, черт тебя подери. Блин, никак не могу привыкнуть к тому, что он делает два прыжка. Хорошо, ребят, давайте, энергия пока есть. Будем пытаться его покорить. Так, здесь он хочет меня сбросить. Ой-ой-ой-ой-ой, я всю стамину спустил. Да, ребята, только лишь из-за того, что спустил всю стамину, меня он скинул. Просто как щенка сбросил с себя. Ладушки. Так, что ты будешь делать, Беленыш? Ага, опять на дыбы. Не тут-то было. Прыжок, сейчас второй. А почему у меня со второго прыжка он слетает? Я скажу вам одно, что это несправедливо, ребята. Кнопку я не отпускал, я ее так держал. Хорошо, ладно. Так, второй прыжок. Ну вот, все нормально теперь прошло. Так, скидывает меня. Вот дерьмо, но здесь мой косяк. Здесь мой косяк, и он заключается в том, что я потратил стамину всю. Как говорится, заранее нажал на кнопку и держал ее. А он меня в тот момент и сбросил. Не тут-то было. Отлично, все хорошо пока. Двойной прыжок у него здесь. Блин, как же... А это что такое? Что сейчас будет? Опа, стамины нету. Стамины нету опять. Ё-моё, да что ж ты будешь делать-то? Блин, интересно, а что же можно такое приобрести, купить себе, чтобы у меня хоть как-то увеличилась эта энергия? Так, ладно, выживаем. Опа. Да я не понимаю, ну как ты меня, гад, сбрасываешь на второй раз? Я кнопку эту не отпускаю. Упырь ты хренов. Объясни мне, а? Или ее держать надо на постой? Здесь не прокатит этот вариант, ребята. Хе-хе, да ты заколебал, ну в самом деле, а? В общем, не знаю, как ему это удается, но на втором прыжке он меня почему-то обязательно сбрасывает. Ладно, ребята, у нас энергии с вами нету, давайте немножко подождем, когда она копится, и продолжим играть в эту игру. И снова здравствуйте, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, Рэй с вами на связи, и мы продолжаем Reading Bulls играть. У нас с вами есть противный такой буйвол, на котором мы с вами остановились. Энергию у нас с вами по максимуму, так что сегодня мы должны его покорить во что бы то ни стало. Так, ладно, ребята, у нас карьера, прошоп, давайте зайдем в магазин для начала, $215 у меня есть. Так, и я могу купить вот эту вот, например, маечку за $175, да? Дает нам баланс и рекавери, восстановление чего-то. Но я также могу купить ботиночки себе. Даже и не знаю. Давайте, наверное, возьмем... Нет, куртку. Все-таки я возьму куртку. У нее баланс и рекавери. Отличненько. Все, $40 у меня в кармане. Я опять, грубо говоря, бомжик. И поэтому нам нужно продолжать с вами карьеру для того, чтобы победить этого... буйвола, которого звать Поцелуй Психа. Так, да-да, именно здесь у нас это все находится. Так что поехали. Вот он, гаденыш. $175 у нас гранд-приз. Ну что же, давайте пытаться. Правда, я уже забыл малька, что он делает. Но сейчас мы это быстренько с вами вспомним. Освежим, как говорится, память. Ага, сбросить хочет. Дудки. Блин, горелый. Как же быстро стамина тратится у меня. Вы заметили, что это какое-то проклятие? На втором прыжке он меня обязательно сбрасывает. Он достал уже. Я не могу понять, в чем здесь проблема. Я нажимаю кнопку, и меня все равно сбрасывают. Так, ладно. Хрен тебе. О, зря я, конечно, тут продержал кнопочку. Я всю стамину профукал, ребята. Сейчас сбросит он меня, стопудняк, говорю. Да. Да-да-да, именно так. Это ожидаемо было, потому что... Нечего было сжать без перебоя на кнопку. Я уже просто-напросто всего боюсь здесь. Ну ладно, ребята, расстраиваться мы не будем, а будем все-таки как-то стремиться к покорению этого буйвола. Так. Здесь мы удержались. Сейчас будет сбрасывать меня. Отлично, у нас все получилось. Раз. Да почему ты меня сбрасываешь, ты паразит, а? Я ж тебя на шашлык пущу, блин, после турнира. Ты достал же, ты на втором прыжке меня обязательно сбрасываешь. Достал, на самом деле. Тут все понятно. Он меня хочет сбросить, здесь нет. И вот здесь... Странно. Как-то он меня тут не сбросил. Что он сейчас задумал здесь? Раз. Ребят, стамины нету. Ага, опять сбросить меня хочет. Сейчас я вылечу отсюда пробкой. Опять же, я не понимаю, в чем проблема. В чем тут проблема? Я держу кнопку. Какого лешего ты меня, гад, сбрасываешь? А ты мне объясни, упырь. Ты достал же меня в корень. Хрен тебе. Дудки.
Ага, мечтай, мечтай, мечтай. Не прокатит этот вариант. Все, даже раз, два. Странно. Раз. Ага, второго не звал делать прыжка. Слушай, ребят, по-моему, он сдается потихоньку, нет? Ха-ха, конечно. Вау, ну наконец-то. Ну неужели, елки-палки. Первый раунд у нас пройден. Так, второй начался. Ну, смотрите, как что делать, да? Ну вот, смотрите, я держусь уверенно в седле и не сбрасывает он меня на второй прыжок. Вот, даже нет слов, ребята. Я не могу ничего сказать здесь в оправдании, потому что я продинамил, просто-напросто нажать на кнопку. Так, ага, шиш тебе. Давай-ка, ага, вот ты что придумал. Ну, это я уже знаю. А вот это что дает, я не могу понять. Бешенство, что ли, у него какое-то? Ага, тройной прыжок. Ну, я, ребятушки, успеваю накопить стамины, и поэтому шиш ему. Три прыжка он делает. Да, именно об этом я и мечтал. Второй раунд за нами. И осталось всего лишь третий раунд пройти, и он будет наш полностью. И в конце раунда я из него сделаю шашлыки, потому что он мне достал. Так, удержались мы здесь. Так, раз прыжок. Сейчас будет, наверное, два и третий. Да, все, ребят, я понял его стратегию, и, как говорится, он уже полностью наш. А это просто отвлекающий маневр, ребята, вот эти вот факелки. Ты начинаешь что-то думать, но на самом деле ничего здесь страшного не происходит. Да, вот он и наш голубчик. Ладно, ребят, пошел я его мочить на шашлык. Так, и у нас с вами открывается новая арена. Новый ивент. Ёлки-палки. Неплохо, что я могу сказать. Национальный парк. У нас 215 бакинских, и я думаю, что мы можем с вами приобрести вот эти вот хорошенькие сапожки. Баланс и восстановление дает нам. Вот она, наша полная статистика. А также мы видим, что можем поменять себе скины. Но они, ребята, стоят монетки. 50 монеток, 30, 40, 20, а у нас с вами только лишь 4. Поэтому будем играть самым начальным скином. Ну что ж, давайте приступать непосредственно к игре. Максимус у нас с вами большой буйвол. Ну давайте посмотрим, насколько он большой, Максимус. Насмешили меня, большой буйвол. Ну да, конечно. Ух ты! Оу! Зато какой он шустрый-то! Ядрит тебя на корень, ребятушки. Он такой прыткий, что я даже не успевал, грубо говоря, понять, что он хочет сделать. Но сбросил он меня со спины, конечно, лихо. Ладно, давайте дальше. Так, что он делает вообще? Прыгает. Опа, затяжной прыжок у него есть. Будем это знать на будущее. Обычный прыжок. Ага, вот он, значит, так. Вау, ну что-то уж как-то, ребята, чересчур рьяно все. У меня стамина просто-напросто кончилась, и он меня скинул. В принципе, без всяких проблем. Да хорош, не нужны мне эти ваши монетки. Что все время меня перекидываете на них? Давайте еще раз пытаться. Так, здесь я держусь. Оу, щит, ребят, я думал, что у него будет делать обычный прыжок. Нажал, как говорится, по-быстренькому на кнопочку, а он сделал высокий и причем затяжной. И я просто вылетел с него. Ладно, так. Вот так вот, удержались мы здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, стаминочка, давай быстрее расти. Ага, удержался я. Так, смотрите, все пока у нас под контролем, ребята. Какой он зверь, а? Ты посмотри. Фак! Ну как так? Блин, под самое приземление у меня, ребята, закончилась стамина, и я просто упал. Не, ну согласитесь, он тут чересчур какой-то борзый, прыгает. Надо как-то стараться, я не знаю даже как. Стамина летит просто как ветер у меня. Так, затяжной. Да, передержал я кнопочку, ребята. Мне кажется, что когда он подпрыгивает и зависает в воздухе, там все-таки можно даже его немножко пришпурить, чтобы чуть-чуть стаминки подкопить. Но почему-то мне так кажется. Но проверять я это не хочу. Ага, дубки. Затяжной. Нормуль, пока все хорошо идет у нас. Так, он сейчас, видите, прыгает. Он даже бывает два раза подряд делает высокий затяжной прыжок. Вот, видите.
Я почему-то так и думал, что именно такую комбинацию он будет делать. Стамина, блин! Черт бы тебя побрал. Ну ведь так все хорошо было, а? Ну все было практически уже к победе. Нет, надо было бы на стамине кончиться. Передерживаю, ребята, кнопки я передерживаю. А этого нельзя делать. Так, здесь хорошо все. Все у нас удачно. Так, прыжок. Сейчас, наверное, еще будет у него прыжок, да? Да, так оно и есть. И затяжной. Стамина. Ух, хватило. Нет, что-то ты как-то долго слишком меня тут мучаешь своими прыжками. Давай, завязывай уже, а. Держусь, держусь в седле. Не тут-то было. Да, да, ребята, первый раунд я прошел. Ну, еще два впереди. Так что расслабляться рано. Поехали. Так, что он сейчас будет чудить здесь? Ага. И сейчас стопудово будет затяжной. Вот там и есть. Ребята, я хотел просто проверить свою гипотезу насчет того, что в затяжном прыжке на долю секунды можно отжать кнопочку и пришпурить его маленько. Ну и, как видите, слетел. Так что не будем больше заниматься этой ерундой. Ага, все отлично. Стаминка у нас в норме. Опа! Я нажал вместо того, чтобы удержать, пришпуривать. Вот это я сглупил. В общем, по большому счету, я с этого было падаю из-за своей же глупости. Ага, шевелишь тебе. Держимся, держимся. Хе-хе-хе, хочет сбросить. Нет, я уже прицепился к нему как клещ. Никуда он от меня не денется. Затяжной, нет? Ух ты, ё-моё. Ух, ну, вот он затяжной. Да, ребята, а все-таки можно при затяжном прыжке сделать небольшую паузу в стамине. Отпустить кнопку, но здесь главное не, как сказать, не переборщить. То есть можно и отпустить, и сразу же практически опять зажать. Иначе слетишь с седла. Ладно. Не будем, как говорится, каркать себе под руку. Все у нас будет хорошо, и мы должны... Да-да-да, yes, именно что yes. Затяжной. Ха-ха. Удержались. Так. Блин, я думал, сейчас будет верхний прыжок у него, а он сделал боковой. Черт, смотрите. Хорошо, что у меня очень много стамины. И я выстрел, ребятушки, выстрел. И мы с вами переходим к следующему буйволу. И 210 бакинских, кстати, получили. Ранго. Ничего себе, это какой-то псих просто-напросто у нас. Вы посмотрите на его физиономию, а. Он очень-очень недовольный, этот буйвол. Так, что ты у нас делаешь, роднуля? Так, прыжок. Это что такое сейчас было, а? Это что за буйвол такой, который может, извините меня, исчезать, телепортироваться? А как же мне тогда быть? Не понял, неужели нужно держать его во время телепортации? Ого, ого, что он творит? Блин, я не могу понять, он как-то черным становится, то... Телепортируется. Нужно раскусить его. Но у меня мало энергии, ребята, я, наверное, не успею. Так, все, насчет телепортации я понял. Ого, как у меня быстро стамина-то тратится. Так, здесь понятно все. Прыжки это... Так. Черт, он меня, ребята, на понт взял. У него, видите, обманный есть трюк. Он когда чернеет, так вообще, что он должен телепортироваться. Но на самом деле ничего подобного. А я-то в это время трачу стамину, потому что зажимаю. Вот так вот. Вот такие вот обманочки у него. Так, вот, посмотрите, видите, видите, что он делает? Я думал, что он будет сейчас телепортироваться, нажал на стамину. Ее, естественно, не стало, и он делает прыжок. И тем самым меня сбрасывает. Ха, гаденыш, хитрый, однако, буйвол. Да, жалко, у меня очень мало энергии. Так, этот фокус не прокатил у тебя. Телепортация, вроде бы, все понятно. Но вот то, что он делает очень часто прыжки, и я не успеваю накопить стамину, вот это, конечно, западло. Слишком много у него действий, вы заметили? Он и телепортируется, и чернеет, и прыгает, и сбрасывает. Да, и все это в хаотичном порядке, нету последовательности. Это очень меня пугает. Да, не удержался, ребята. И энергия у нас последняя. Я сомневаюсь, что за этот раунд я смогу его покорить. Хуже не придумаешь. Ну что же, ребята, давайте тогда на этой ноте я буду завершать этот выпуск. И мы обязательно встретимся уже в следующей серии. А вам всем спасибо за просмотр. И до скорых новых видосиков, ребята.